Олимпийская чемпионка Алина Загитова получит знак за услуги перед Ижевском. В четверг, 19 апреля, во время сессии городской думы Ижевска были отмечены заслуги некоторых жителей. В частности, олимпийская чемпионка фигурного катания Алина Загитова, велоспортсмен Валерий Шапочников и активистка республиканской организации ветеранов Лидия Ильина получили знак за услуги перед городом Ижевском. «Самая важная цель награды – это оценка заслуг перед Ижевском», рассказал председатель городской думы Олег Гарин. Алина получит эту награду под номером 1. Я думаю, что нам удастся лично передать награду в день города 12 июня. Награду предусматривает и единовременную выплату в размере 5000 рублей.